Pigeon – это универсальный клиент для обмена сообщениями. Он поддерживает множество протоколов и позволяет получать уведомления о поступлении нового письма из популярных сервисов электронной почты, таких как Gmail и Hotmail. Скачать Pigeon можно, перейдя по ссылке, которую вы видите внизу экрана. Кликните по кнопке «Download Pigeon» и скачайте установщик. Установочный файл этого клиента больше других и имеет размер чуть больше 15 мегабайт. Установка достаточно проста и не вызовет никаких сложностей. Для экономии свободного места можно отказаться от установки специальных символов, которые служат для отправки отчетов об ошибках. Сразу же после установки откроется список контактов и панель управления учетными записями. Для того, чтобы добавить учетную запись, кликните по кнопке «Add» и выберите тип учетной записи из выпадающего списка. Обратите внимание, что для каждой учетной записи можно установить собственный значок и задать собственное имя. Это позволит не запутаться при общении с использованием нескольких аккаунтов. Для примера мы добавим учетную запись ICQ. Достаточно ввести номер и пароль. А для того, чтобы не вводить пароль всякий раз при подключении, отметьте чекбокс «Запомнить пароль». При добавлении учетных записей Google Общения и MSN можно также отметить «Получать уведомления о новой почте». Это позволит получать уведомления о поступлении нового письма прямо в мессенджере. Кроме того, вы сможете просмотреть отправителей тему, кликнув по сообщению. Для вызова окна настроек мессенджера кликните по значку в панели уведомлений и выберите пункт настройки. Все настройки, которые вы выполнили, сохраняются автоматически, и после внесенных изменений можно просто закрыть окно.